Вы что, дедушку трогаете? Вы отказываете супер на полицию, да? Мужчина. Ну, а кому? Он себя представлялся уже. Почему? Деда Мороза выгоняют из отделения. Мороз, ногу сломайте, Деду Морозу. Это я стучусь к вам, Дед Мороз. Я подарки вам не принес, потому что вы плохо себя вели. По очереди, по очереди. О, зачем Деда Мороза такое? Зачем Деда Мороза толкаете? Дайте ваше заявление. Давайте. На бутылку-то каждого пустят. Ты он просто не соглашается на бутылку сесть. Как говорит Дед Мороз, неправильный. Ой-ой-ой! Да что ж такое-то? Дедушка, тебя тут вообще, что ли, ни вашу не ставят? Да ё-моё, то палец, ту руку отдавят! Это с другой стороны двери. Присаживайтесь. Ничего себе, полицейский предложил присесть на бутылку Деду Морозу. Вот это поворот! Ну, мы в России, мы к этому привыкли. Смотрите камеру, молодой человек. Рюкзак, крути. Она... Вот у меня камера. Вот эта, которая на груди рюкзак. Не, на груди ничего нет. На груди ничего нет. А, вот это? Это мой диктофон. У нас режим на объект, у нас хранится оружие. Года подряд мы с вами. Это не камера. Я вас попрошу тогда сейчас выйти на улицу, потому что вдруг у вас это взрывчатое вещество или взрывное устройство. Я в этом не уверен. Будьте любезны. Вы мне больно. Вы зачем меня пихаете? Пожалуйста. Зачем вы меня пихаете? Будьте любезны. Вы кто? Знаете, вы кто? Представьтесь. Я дежурный по разбору бурмистов Алексей Евгеньевич. Чего? Будьте любезны. Не, подождите. Выключите фото и видео. Вы кто? Представьтесь. Да тут удостоверение ваше. Удостоверение предъявите. Удостоверение предъявите ваше. Вы что-то требуете? Удостоверение ваше. Удостоверение. Удостоверение ваше. Удостоверение ваше. Куда вы? Да куда вы? Что это такое-то? Что это за фигня такая? Я заявитель, на меня напали. Откройте дверь, полиция. Полиция, дверь откройте, у меня заявление. Полиция! Откройте, что такое? У меня заявление, на меня нападают. Что на вас нападают? Да какой-то псих на улице напал, и сейчас еще тут какой-то неизвестный. Надел еще погоны полковника. Но подождите, вы удостоверение предъявите? Отойди, пожалуйста, от двери. Не, я хочу, чтобы вы предъявили удостоверение. Вы от меня что-то требуете? Предъявите удостоверение. Что это такое? Чего боитесь-то? Заявление у гражданина, заявление я. Заявление у гражданина, заявление. Дайте мне бланк заявления хотя бы. Бланк заявления дверь мне дайте. Ломайте. Это вы не ломайте дверь. Представьтесь и... Вот какая жесть. Жесть, да. Ну так вот. Такая у нас полиция. Ну что скажешь? Мусора, позор России. Что тут еще? Другого не скажешь про них. Запрещенный в России персонаж, смотрите-ка, Дед Мороз. Я помню, вас пытались отравить недавно. Что, не удалось? Нет, тут... детишки, не удалось мне отравануть Дикси поганым. Ну, Дикси поганой не удалось, а вот мусора позор России все-таки справятся, я чувствую. Ой, я сказал мусора позор России, извиняюсь. Больше не буду говорить мусора позор России, никогда. Слушай, мне тут сказали, ты пытался... зайти в ОВД. Так меня доставили полицейские, меня и другого, ну, орла. А тебя же доставили. Да, меня привезли. И они вытолкали, потом полковник на меня напал. Ну что у вас за беспредел творится? Расскажите мне, дайте мне интервью нашему телеканалу. Смотрите. Давайте я вам сделаю заявление, уважаемый... А кем? А представьте, пожалуйста, удостоверение ваше. Пожалуйста, удостоверение ваше. Вы что требуете от меня? Удостоверение ваше. Смотрите, проход закрыт, говорит. Удостоверение ваше, вы кто? Может, вы не полицейский, может, вы ряженый какой? Представьтесь, не знаю. Что ж вы делаете-то? Вы должны предупредить, вы должны... Что такое? Что происходит? Что случилось? Ребят, отойдите, пожалуйста, за шлагбаум. А, хорошо сейчас. А что случилось? А что случилось? Выйдите, пожалуйста. А что случилось-то? Вы меня сейчас этим, может, зашибете. Подождите, осторожней. А вы не ходите здесь. А я и не буду здесь ходить. Я хочу в полицию пройти. Ходит. Заявление у меня в полицию о нападении на меня. Пожалуйста. А куда ходят, вы вели? Вы все, задержали его? Вот там его.
Ну пойдем. Внучка моего увели. Что там кричат? Такого не было. Че? Тик-тик. Тик-тик. Да, да. Да. Там очень много, проходите на улицу, ожидайте здесь. Там идут, вы нет, здесь, здесь не нельзя. Проходите, вы идут на улицу, ожидайте на улице. Что это такое за сила? Ходите. Я вам еще раз говорю. Что это за внутрь? Я представляю. Нам нужно заявление написать. Вы отказываете вступать на такое требование по полиции. Вы что, мужчина? Я представился вам. Удостоверение, пожалуйста, предъявите удостоверение. Вы вообще не представляли. Дед Мороз никогда не был. Почему? А там как-то вы каждому, кого требования предъявляете, тому и представляетесь. Ну, а кому себя представлялся уже? Почему? Деда Мороза выгоняют из отделения. Неужели? Удостоверение вы будете от вас? Удостоверение будете от вас? Удостоверение. Удостоверение. Что вы делаете? Мне больно опять. Что вы делаете? Мне больно. Вы зачем оленя моего трогаете? Меня не трогайте, но тогда вот... Полицейский, вы зачем оленя трогаете моего? Я хочу написать на вас заявление. Что вы делаете? Ну что это такое? Мне больно было. Где? Вот руки. Вы что, дедушку Морозу? Что, ногу сломаете, Деду Морозу? Вы что? Что они сисиком забрали? Ну, потому что он хотел полицию пройти, вот и его и забрали. Я хочу по 19 лет. Ну что, оформляйте, деду. Это я стучусь к вам, Дед Мороз. Я подарки вам не принес, потому что вы плохо себя вели. Ну, посмотрите, выйдите, какой Дед Мороз. Обычный. Рождество у нас скоро на Руси. Жуть какая. Полицейские какие-то формы нападают, в удостоверении никто не показывает, не представляются. Вон, у оленя моего. Мата, по-моему, народ. Кто там матом-то ругается? Такой плохой мальчик-то. Дайте бланк заявления. Сейчас открою камеру. У людей праздник, а они тут устроили беспредел какой-то новогодний. Заявление дайте бланк. Есть полиция в этом отделе или нет? Деду Морозу-то откройте, поздравить вас хотел, а вы плохо себя ведете. Возвращайте подарки. За всю жизнь все вам дарили, под елкой. Че за дела вообще? Вон оленя убили. Детишки, у вас все нормально? Никто к вам не пристает? На бутылку никто не сажает? Ничего, что? Как они камер-то боятся. Каждый, кто боится камеры, по камере достанется в итоге. Пишите свои жалобы, да? Ну, плевать на все. Дед Мороз стоит, пустите! Продайте мне, у меня есть удостоверение. То есть... Учитывая, что у меня есть фото в форме, значит, у меня есть удостоверение. Согласны? Логика полиции. Конечно. Все.
Пустите Дедушку Мороза. Дедушку Мороза пустите. Офигеть. Полиция, помогите! 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 Полиция, помогите! Помогите! Надеюсь, они там записывают хотя бы. Помогите! Не будут они тебе помогать, это полицейские. Его потом говорят, зовите, говорит, полицейских, когда нужна помощь. Никто ни хрена не идет. Вот, в отдел полиции. Вову впустите? Впустите Вову! Володимира впустите! Что вы там не слышите, что ли? Какие блогеры? Сами вы блогеры! Впустите заявителя! Гражданина заявителя впустите. У меня заявление о преступлении. Вы будете принимать заявление о преступлении, а? Я хочу встать на ваше место, пустите меня! Дайте мне форму, буду ходить вместо вас. Не буду бездействовать, не буду беспределить, буду закон соблюдать, буду других заставлять соблюдать закон. Несите сюда форму, снимай, полковник, снимай свою форму. Неси сюда. А мне ствол дайте, я так разберусь. Давайте, предложили. Мужик сказал, мужик сделал, или за слова не отвечаете. Форму несите сюда, мы будем ходить вместо вас все новогодние праздники. А вы можете дальше бухать продолжать. Форму. Требую форму полицейского. Раз вы не справляетесь. Ты хочешь шкуру полицейского на себе опробовать? Шкуру полицейского несите. Желательно полковника. О. Пустите дедушку. Пустите дедушку-то. Что там? Какие-то лица очень одухотворенные лица, я бы сказал там. И все, закрываю двери перед дедушкой. Дедушке плохо, говорит, помогите. А они говорят, что он орет, говорит. Я думаю, что это лица нетрадиционной служебной ориентации. Традиционная служебная ориентация — это служить народу. А это нетрадиционная какая-то. Противоправная, беспредельная. Китай — город. Почему? Вот китайцы, наверное. Китайцы захватили отдел. Это не русские там, товарищи, не россияне. Просто иностранцы. Иностранцы захватили отдел полиции. И сейчас беспределили там. Потому что удостоверение никто не показал. Я считаю, это самозванцы. Полицейские, нам помощь ваша нужна. Необходимо. Помогите нам. Хоть стакан воды дедушке принесите. Внучки. Ну что ж они такие-то бессердечные, а? Дед Мороз помирает, а они там, значит, лясы точат. Не лясы точат, а своих граждан. Деда Мороза вытолкали, блин, из отдела, офигеть. Новый год. Да дайте-то их назад. У них есть. Только для хороших мальчиков. Для беспредельщиков у нас только жалобы и заявления. Здравствуйте. Нам нужна ваша помощь. Какая? А заявление можете заявление. Принять заявление? Заявление пройти написать. Нам никто не открывает тут. Принять заявление можете? А почему зачем? Не даете заявление? Мне заявление? Бланк заявления. По очереди. Водитель. Зачем Деда Мороза? Зачем Деда Мороза толкаете? Да заявление. Тут вообще бланк заявления. Смотри, закройте. Мы же вас не толкаем. Водички, можно? Дайте бланк заявления. Давайте. Убили Деда Мороза! Нового года не будет у вас больше! В суд поехали. Нога болит. Помогите! Выгоняют? Полковник, представься, выйди к народу. Какие сотрудники?
О, здравствуйте! Здравствуйте! Не каждый Дед Мороз сюда пройдет. Не каждый. Откройте Дедушке Морозу! Целый дом и снегурочки. А нас не пускает. А что, и вас пустят, да? Не знаю. На бутылку-то каждого пустят. Ты, он просто не соглашается на бутылку сесть. Как говорит Дед Мороз неправильный. Все соглашаются, а он не соглашается. Права какие-то свои там знает. Чужие обязанности знает. Вот так вот. Да. Пустите полицию, беспредельщики! Полиция пришла, откройте! Полиция! Пустите на вечеринку полицейских! Мы уже форму одели, посмотрите в глазок! Ироды! Ну что это такое? Ну беспредел какой-то новогодний. Вы не оставляйте, нас и так мало. Подмогу, пожалуйста, пригласите. Пацаны, ну вы не справитесь, я вот реально за вас прям переживаю сейчас. Ну позовите кого-нибудь там. С кого-нибудь, с автоматом, пулеметом. Ну ты вообще молчи, ты какой-то странный. А, да это офицер России, ёп! Матрос. Матрос. Старший отсос? Отсос ты хочешь сделать? Кому? Ты офицер, скажи мне. Смотри. Ну. Подожди. Я тебе на ушко шепну. Не надо мне ушко шепотать. А вы гомосексуалисты? Зачем к мужчине пристаете? Свои привычки на меня распространять. Не надо свои гомосячие свои привычки на меня распространять. Ну, с Росгвардией, сейчас меня защитят, будете сейчас меня еще щупать. Чего вы щупаете мальчиков-то, а? Сейчас привыкли щупать мальчиков? А? А, офицеришка? А? Россиюшки? Не стыдно вам мальчиков-то щупать, а? На службе? Стыдобища какая! Дебил. По девкам ходи! Я не дебил, нет. Я не дебил, заявляю тебе ответственно. А ты вот про гея не ответил. Я не собираюсь потом отвечать. А, правильно, согласен. Мы согласен. Считаем, что гей. Зачем к мальчикам пристаешь? Выключи камеру, пойдем поговорим за гей. А ты чё? Не мужчина, что ли, за слова свои не хочешь отвечать? Меня провоцируешь, на камеру что ли будешь? Сейчас мы его заснимем. Я тебя спрашиваю, ты гей или нет? Ты не можешь ответить, что ли? Хочешь посмотреть? Расстегни, посмотри. Что посмотреть? Ну ты расстегни, покажи. Ну сейчас мы тебя... Давай, говори. Подписывайтесь на гея. Вон, скажи. Ну скажи, что ты? Ты дурак, что ли? Я говорю тебе, нет, не дурак, не дебил. Мы нет, не провоцируем, стоим молча. Да вон, ваш это сейчас, сам, сейчас, прям как будто. Нам не заткнуть рот, у нас есть право голоса. Свобода слова, мысли и воли изъявления. Полицейский, что вы такое говорите? Молча стоять. Мы что, в стаде, что ли, находимся? Ну позор, позор такому полицейскому, как вы. Если вы полицейский, конечно. Вот явно не офицер. Тут пики точеные. Офицер. Не надо заходить за спину, офицер. Мальчик стесняется таких. Прошу вот рапорт потом написать на нецензурную брань вот этого вот неизвестного гражданина, представляющегося нам геем. Вы, надеюсь, отразите в этом. Золотов рассмотрит данное заявление, да? Перенаправит его по подследственности. Ну, полиция занимается, а потом в суд. 15 суточек он посидит этот... А там не суд, там на татами. А, ну, в Росгвардии, кстати, вас могут, да, там могут и побить. Там принято так, что Золотов у него так, да. Че, пацаны, на татами разберетесь? Нарушите. А дайте, вот, приглашаю вас вот прям на боевой ринг такой, на спортивное мероприятие. Согласны, офицер? Ну, против ботаника, а? Вынесите? Ну, чисто спортивное, подпишем там все договор, там, типа, ответственность не несу, а? Ну, чтобы не как вот гопники в подворотне, а настоящее спортивное соревнование, а? Офицер! Да, у них план крепкий. А чё, вас за что забрали? Да, вас сейчас уже отпустят. Там они не важны, они там у них сейчас головная боль такая появилась, а появится еще больше. Вы вас ограбили или что? Нет. А чё, за чё? Вы, да просто они, не, у них, это чем занимаются вот эти вот? О, уходит кто-то? Не знаю. А, о. Чё, открыто? Здрасте. Вы к нам? Ребят, курилку на улицу ждите. Пожалуйста. А вы мне ногу... Вот отдавите, человек матом ругался, между прочим. Вам интересно он это? Он гражданский, ему можно. Ничего себе! Ну а что такого? А можно ваше удостоверение всё-таки? Ребят, вот так, присядь. А нам можно, да?
Это чтобы не смущать. Я сейчас думаю, сейчас их отпустят. Офицеришка чем занимается? Вот всякой мелкой фигней, видимо, незаконные предприниматели, что-нибудь такое, там они решили выделиться. Ой, палочки такие зарабатывают. Скоро это мне кто вызовет, нет? Вы мне бланк заявления обещали, вынесите, пожалуйста. Да, конечно. Ну а сколько ждать-то? У вас мне что? Мне воды обещали. У вас что, дерево надо срубить, чтобы бумагу, что ли, из него изготовить? Я сейчас хочу подать, у меня сейчас заканчивается терпение, я домой уйду, и заявление вы не примете. А это значит, вы не приняли, вы отказались. Я хочу подать заявление, вы отказываетесь, так и скажите. Или я ухожу тогда. Либо давайте мне бланк заявления, либо выходите, принимайте устное заявление, либо я ухожу к чертовой бабушке. Выходите по одному, давайте, не стесняйтесь, не бойтесь. Я не вооружен. Чего вы боитесь народа простого? Выйдите к народу, заявление примите. Вот тут очередь, здравствуйте. Извините. Здравствуйте. Не, вот. Да, человек, а вы по какому тут вопросу? Аккуратно, да. Рука у меня! Да что ж такое-то? Аккуратно, да. Рука у меня! Да что ж такое-то? Дедушка, тебя тут вообще, что ли, ни во что да не ставят? Да ё-моё, ту палец, ту руку отдавят. Полицейский, вы зачем народ-то лечите? Заявитель пришел. Заявитель... А я кто? Не заявитель, что ли, не человек? Очередь. Какую очередь? Мы тут стоим уже час, блин. Вы нам только ногу отдавили, вам палец сплюснули. В смысле, мы? А кто? Кто там ручку тянет, закрывает дверь-то? Заявитель зашел. Какой заявитель? Я вам говорю, аккуратный палец мой, вы мне этой дверью палец прищемили. Вы специально что ли это сделали? На лбу мент написано, вы что, не заметили? Только что! Покажись! Покажись, Гульчатай! Мы тебя опознаем! Открой! Открой окошко, открой! Какие друзья? Я тут один! Друзья мои в полиции? Нет, такого навряд ли! Там одни беспредельщики, я заметил только! Ну что вы ссыте-то? Откройте дверь на самом деле! Что? Какое? Не знаете? Возьмите букварь, возьмите словарь и сопоставьте буквы в слово составьте. Из букв слово. Какое культурное? Я спросил, почему вы боитесь народа. Вы слышите меня? Вы можете ответить оленю, почему вы боитесь народа? Не то, что боитесь, а калечите его вообще, блин. Офигеть. Мне тут недавно один ждун ногу отдавил. Сейчас второй раз эту же ногу. Да они все ролики смотрят, они ненавидят просто. Все, кто за правду, за честь, за закон. Вот чего они боятся. Боятся они камер. Все беспредельщики, все нарушители, все преступники боятся камер. Это их главная сейчас проблема. То, что их действия противозаконные фиксируются на видео. И они всеми силами пытаются препятствовать видеофиксации их правонарушений и преступлений. И вот такой беспредел будет твориться до тех пор, пока вот такие беспредельщики будут друг другу покрывать. Пацаны, а вам как вообще там, у вас семьи-то вообще есть? Они как относятся к тому, что вы народ-то, блин, бьете? Пацаны? Да, вам там... А вы не пацаны, нет? Вам в борщ девочки не плюют там, дома, вам в борщ не плюют дома, вот скажите мне, в котлеты говна не накладывают? Фекалии вам в еду не подсовывают, нет? Фекалии, испражнения вам в еду не подсовывают, нет? Из мести за ваши действия, нет? Я вас спрашиваю вас. Иди ты на медкомиссию, вот куда ты иди. Не слышит ничего. Открой да послушай. Можешь письменно принять заявление. Выходи, что ты боишься? Выходи, говорю. Не бойся. Вы я просто не думайте, что это вечно будет. Солдат ребенка не обидит. Выходи. Это же как-нибудь закончится, ребят. Выйди ты посмотри, что ты в глаза, посмотри, что ты спрятался-то. Да что ты спрятался в норе-то в этой, выйди из нее. Не бойся, не бойся, вот, выходи. Так он больше тебя, может, служил. Кого? А ты кого служишь? А ты где, в БДСМ войсках что-нибудь служил? А? Не порви свое ротовое отверстие.
так, вот это все вообще не творит. А давай заявление оставим. Заявление примешь у меня через дверь, да? Опричник! Отвечай. А все, как слово заявление, его сразу нет, не слышит. Кто там кричал-то? Как мне палец мой опять был бы? Кто кричал, непонятно. А вот вы нам нужны. Вы владеете языками. Можете нам донести до них, что мы заявители. Я хочу заявление о преступлении сообщить. Можете вынести либо бланк заявления, либо принять заявление, либо вызвать какое-нибудь лицо, которое примет у меня заявление. Полицейский! Ну что это такое? Я думал, туристическая полиция, она хоть немножечко, да с этим вот, с веществом-то, а? А она такая же, как все? Кто это? Граждане Российской Федерации! Вот кто такие. И сказочный персонаж. Кому? На любой вкус. Походу, какие-то неизвестные люди захватили отдел полиции. Я думаю, да. Люди за дверью, вы полицейские вообще или кто? А зачем вы захватили отдел полиции? Заявление писали. И для этого захватили? Нет, почему? Да? На бутылке или на стуле сидеть? Молчу. Вот вы с той стороны двери. Присаживайтесь. Ничего себе, полицейский предложил присесть на бутылку Деду Морозу. Вот это поворот. Ну, мы в России, мы к этому привыкли. Дедушка Мороз уходит ни с чем из отдела. Хотел полицейским подарочки подарить, а не пустили меня. Вытолкнули, палец мне прищемили, ногу прищемили. Недружелюбный народ. Да, полицейский? Вот подарочки дедушка вам хотел сделать. А вы так, эх. Ну ладно, все равно с Новым годом. Вы, в принципе, ничего плохого не сделали. Да? Вы ведь хороший полицейский. Не как они? Все хорошие полицейские. Ну ладно, все равно с Новым годом. Слишком ты добрый дедушка. Вот вы мне ногу отдавили. Вам Дедушка Мороз больше ничего не подарит. Этот без подарков, мальчик. Плохой. Плохой. Дедушка Мороз может подарить грыжу и геморрой. А, это да. Полицейский, мне помощь ваша нужна. Помогите! Полицейский, помогите! И ушел. Нормально?